10 лет тюрьмы грозит украинцам, которые напали на польских полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре города Сжеж, где и произошел этот инцидент. Напомню, ночью 23 февраля компания гастарбайтеров распивала алкоголь на улице. Двое полицейских в штатном попросили предъявить документы. В ответ мужчины начали оскорблять правоохранителей и полезли в драку. Тогда полицейские открыли огонь. Пятеро нападавших получили ранения. Среди задержанных 7 украинцев и 5 граждан Грузии и Молдовы.